50 лет живет хор Мефиль. Живет со своей страной, живет со своим университетом, выступает на наших сценах в России, на атомных электростанциях, в закрытых городах, где трудятся мефисты, поет в Европе, поет у памятников русским солдатам, на площадях европейских городов, поет везде, где должна звучать русская музыка, где должно звучать слово «мефиль». Парни, парни, это в наших силах.